Вот метро Рязанский проспект. Хочу купить лук и, значит, укроп, окрошку сделать. Вот раньше здесь бабушки сидели и продавали икру, укроп, картошку. Теперь вот это здесь, значит, вот этот рыночек. Московская ярмарка. Московская ярмарка выходного дня. Нахрен никому не нужная, блядь. Все цены сумасшедшие. Значит, и вообще, вот, например, мне нужен свежий лук и свежий укроп. Вот мне нужен свежий лук и свежий укроп. Где я его возьму? Нифига ничего нет. Вот стоят нерусские, блин. Вся исчихалась и скашлялась, блин. Значит, 200 рублей помидоры. 220. 220. Ну, это понятно. Вот лук и укроп только у одного мужчины. Мне нужен на окрошку, допустим, хороший лук. И ничего хорошего я здесь не вижу. Во-первых, он желтый весь. Получается, только одни вот корешки. И все, и больше ни у кого нету. А раньше здесь бабушки сидели, вот, торговали. Это вчерашний. Вот он. Но все равно он какой-то белыми вот этими пятнами. Тамбовский, это Тамбовский лук. Тамбовский, какую цену? Там супер для крошки этот лук. Какую цену? 50 рублей 100 грамм. Ну дайте 100 грамм.